Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space Extraction. У нас осталась последняя глава, которую я уже прошел, но, к сожалению, оказалось, что у меня не записался голос, поэтому мы сейчас ее будем проходить по второму разу. Могу сказать, что последняя глава достаточно интересная, но при этом, опять же, очень много экшена, но, в принципе, очень-очень крутая. Давайте начинать. Тут мы можем выбирать уже оружие, вполне себе логично так это все сделано. Подожди, я одно только оружие могу выбрать? Ну ладно, значит, помучаемся. Возьмем мы себе, пожалуй, ну вот эту винтовку или огнемет лучше взять. Почему я в другие слоты не могу ничего взять? Это же печально. Ну ладно, огнемет возьмем. Короче говоря, вы помните, что случилось в последней серии с Макнилом? Мы играем за Уэллера. Эй, там. Я наконец-то более утоляющий нашла. Быстро подействует. Да ты не шутишь. Пушки прекратили стрелять. Где Макнил? Он сказал, что возвращается. Давно это было, кстати. Позвони ему. Мы должны быть готовы к вылету. Нейт, это Лексин. Нейт, прием. Макнил! Господи, он мне... Продолжай пробовать. Нейт! Где ты? Нейт, прием! Лекс, да какого черта? Хватит! Выбираемся отсюда! Нейт, доктор Хауэлл, Николь... Они же не просто так погибли! Двигай! К челноку! Сейчас, ребята, я вам покажу, почему мне не нравится местный экшен. Сейчас вот видите, вон там шаттл стоит. Мы не побежим прямо к нему, мы будем полчаса вокруг него кружиться. Вот и вся, в принципе, сегодняшняя серия. Вот это, по-моему, перезатягивание уже. Но, тем не менее, серия будет достаточно недолгая. Здесь, кстати говоря, пишется о том, что корабль USG Ишимура отказалась подчиниться приказу правительства. Они вроде как нашли маркер 3A, судя по всему, это третий уже по счету маркер. И, кстати говоря, он, по-моему, насколько я знаю по местной мифологии, это то, что этот маркер был создан на вот этой планете Эгида 7 людьми, но потом все вышло из-под контроля, очень большой был прорыв, ну, то есть вот это вот с некроморфами проблема. В итоге они запечатали эту планету и похоронили маркер глубоко внизу. Но вот эта вот команда USG Ишимуры и вообще вот эта вот контора, они сюда пролезли незаконно, чтобы добывать руду, нашли маркер, и в результате на колонии началось все то же самое уже во второй раз. И, собственно, об этом показывается, собственно, событие вот этой вот игры, нескольких мультфильмов. Короче говоря, спецназ на корабле выдвинулся к последней известной локации корабля и ждут подтверждения их, ну, собственно, где находится этот корабль USG Ишимура. Они просто не знают. Как только корабль выйдет на связь, спецназ двинет в их сторону и, собственно, ну, короче говоря, перехватить и все это дело замять по-быстрому. Народ там, я думаю, расстрелять, ну, чтобы свидетелей не было. Короче, ну вы помните, да, в первом Dead Space, что в итоге Айзек связывается с этим кораблем, он уже врезается в Ишимуру, и, ну, вы помните все это, что там было. Ничего хорошего из этого не вышло. Спецназ, он тут не помог. Тихо. Я только что прошел Dead Space. Так что ваши сложности меня уже не так пугают. Ой, Dead Space, говорю, Demon Souls. Беги! Ой. На прицеливание, конечно, могли бы и поудобнее сделать. Блин, да сколько у вас, елки-палки. Пока что бережем огнемет. Он нам еще пригодится.
Нормально, справились. Ну, по крайней мере, вы слышите, Лексин отстреливается, да? Не просто стоит. Видите, вот челнок. Почему бы нам не пойти к челноку? Почему мы отступаем сюда? Кто-нибудь просто объясните мне это. Это же настолько опасно в этих обстоятельствах. И глупо. Блин, просто кишащая масса, биомасса. Горите, горите. Кстати, многие говорили в комментариях, что Уэллер козел. Он не козел, он очень хороший человек, и позже я объясню почему. Ну, начнем с того, что он действовал всегда строго по инструкции. Блин, а сколько у вас тут, елки-палки? Блин, да. Ну вот это вот, вот такая вот серия будет. Будет много экшена. Давай вашу дивизию. Нравится? Приходи еще. Еще добавлю. Смотри, Алексина опасная какая стала. Не хватает и елки-палки. Так, идем к челноку. Лексин, присмотри за моей спиной. Господи. Да иди ты к челноку, вон дверь открыта, елки-палки. Контрольная панель. Жми ее. Ой, я просто не понимаю, зачем вот эти вот сложности себе создавать. И мне. Тихо. Просто как тараканы просто. Хорошо. Это их надолго не остановит. Пойдем. Да что ж ты тут, вы видели, да? Лексин выстрелила в мой баллон. Давай, давай, жги эту мелочь. Давай, давай, да сколько же у вас тут, елки-палки. Один долетел все-таки. Блин, со второго поперли. Давай, давай, давай. Ничего, все нормально пока. Полностью обходить приходится корабль. Полностью, со всех сторон. Не успел схватить. Да. Ну и, конечно же, Зерграш очередной. Так, ладно. Как держишься? Я в порядке. Двигайся. Опять в кузов попал. Да что ж я такой меткий-то, а? Почти дошли, блин. Ой, сколько это вас. Вот эти вот летающие, они вообще офигеть. Откуда они взялись? В оригинальной игре их нету. Чисто тут. Такие раздувшиеся легкие летающие. Давай, 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 иди сюда. Хвост тебе подпалили. Ладно.
Так, ну все. Веллер, разберись с ним. Я приготовлю шаттл. Давно пора. Не знал, что ты умеешь летать. Да я не умею. Но выясню, как движок запустить. А ты лучше стреляешь, чем я. Да где ты, Макнил? Живые, смотря. Офигеть. Просто поразительно. Давай, давай. Он ползет еще. Блин, ну повернись туда, там столько ништяков лежало. Блин, слишком, вас слишком много. Ну, дохни уже, елки-палки. Он так и не умер, он меня сейчас со спины будет бить. Или не будет. Давай, блин. Че же вас так много-то, елки-палки? Это вообще капец. Они все еще идут. Как у тебя дела там? Разбираюсь. Просто сдерживай их. И продолжаешь искать Макнила. Зерграш, давай, иди сюда. Да, здесь бы я предпочел, конечно, чтобы пушек побольше было у нас. Да, блин, ты ж сколько же вас, ну... Ну вот вы понимаете, я именно об этом и говорю. Под конец уже просто это смешно становится. Они продолжают прибывать. Так, она проверяет движки. Давай, 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 давай. Живой еще, смотри. Да откуда же вы, елки-палки? Давай. Да блин, живучий, да офигеть. Ой, да конечно вы кончитесь-то, елки-палки. Макнил, ты где? Давай, гори уже, гори. Лексин, нужно идти. Но Нейт? Да его нет уже. Если сейчас не уедем, то и мы тоже погибнем. Не улетим. Зерграш. Фу, ладно, отъехал вроде. Блин, все-таки пролезает, пролезает. Не знаю как, но пролезает. Но, блин, вот эти вот самые крепкие. Их пачками стали выкидывать. Так, промах. Это что было? Контактная пушка. Черт! Макнил! Черт, твоя рука. Жить буду. Закрой дверь уже.
Господи, Нейт. Позже. Сейчас нужно улетать. Садись. Валим. Держитесь за что-нибудь. Фу. Ой. Выбрались. Блин, ну это слишком экшен было. Все кончилось. Мы смогли. Да. На, порули. Мы на курсе в Спроу. Тебе просто нужно следить за автопилотом. Аптечка там в галерее. Да я в порядке. Подожди до того, как я домой доберусь. Никогда не думал, что я буду рад так увидеть Спроу. Кто же думал, что это наша последняя миссия? Не просто последняя, самая последняя. Все, я в отставке. Ладно. Ладно, разбуди меня, когда мы Спроу долетим до туда. USG Ishimura. Это USG Келлиан. Мы следуем вашему сигналу бедствия. Прием, Ишимура. Эй, это Ишимура, Шаттл 23. Келлиан, не идите туда. Слышите меня? Черт, отвечайте. Прием, Келлиан. Это челнок 23. Не идите туда. Я предупреждаю вас. Но, как вы помните, они туда прилетят. Прилетят. Правда, насколько я помню, они прилетели уже, когда Айзек позвал. Оно зовет нас. Ты видишь? Смерть — это не конец. Может, теперь ты поймешь. Такая концовка. Не волнуйтесь, ребята. Я вам, конечно, проспойлерю, но Лексин жива. Более того, насколько я понял, вот этот некроморф, которого нам показывали, это был Макнил, судя по всему. Хотя, насколько я понимаю, некроморфы, они зарождались именно от тех летающих тварей, которые прошибали людям мозги, и в результате вот эти вот... Ну, помните, в начале второй части нам продемонстрировали там, в самом начале. Здесь же просто он как-то каким-то магическим образом превратился в некроморфа. Ну, в итоге, короче говоря, Макнил и Веллер выжили, Лексин и Веллер выжили. Что самое страшное, вернее, самое интересное, наоборот, то, что все вот ненавистники Веллера удивятся, что Лексин и Веллер поженились, и в дополнение ко второму Dead Space под названием... Блин, как оно там называется? Короче говоря, в этом дополнении мы играем, опять же, на Спроуле, и вот эта семейная пара пытается выбраться именно с этой космической станции. Но в итоге там Лексин что-то... Ну, я не помню, что там... Ну, короче говоря, вот такие события. В общем, Лексин жива, не волнуйтесь. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. С понедельника будем проходить первый Dead Space. То есть сложим полностью картину целиком. Это будет такое атмосферное прохождение. Поменьше юмора, побольше сюжета, побольше атмосферы. Я буду стараться, потому что я очень давно хотел это сделать. Надеюсь, вам это будет интересно. Так что увидимся в понедельник. По этой игре я могу сказать, что именно сюжетно это, по-моему, один из лучших Dead Space. То есть тут событий гораздо больше, чем в том же первом Dead Space. Там тупо набор заданий. Сходи, почини то, сходи, почини это. Здесь же именно сюжет, интересные персонажи. За ними было очень интересно наблюдать. И под конец уже натурально привязался к ним. Но при этом слишком много экшена. Под конец так вообще просто до смешного доходит. Экшена чересчур много. Но, тем не менее, эта игра очень важна именно для понимания того, что же происходило в этой вселенной до событий первой части, как это вообще на Ишимуре все произошло. Так что, надеюсь, вам понравилось. Судя по комментариям, вам это очень понравилось. Спасибо за проявленный интерес. В общем, увидимся в понедельник в следующих играх по серии Dead Space. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.